Обещали детский сад и ФОК, а построили многоэтажку. Жители домов по улице Техническая возмущены обманом со стороны застройщика. Остались без света в Балашове из-за долгов. Прошли массовое отключение жителей от электроэнергии. В поддержку саратовского боксера поклонники и друзья Артема Чеботарева устроили акцию в Парке Победы. Об этом не только расскажем в программе новости РЕН-ТВ «Саратов» в 19:00.